никаких ассоциаций не возникает. Это и есть та самая крепостная стена со стороны моря, которая чудом сохранилась, когда Михаил Алискерович Усейнов строил этот дом. То есть эту стену просто в свое время оштукатурили. Вот видите, вот мы сейчас то ли здесь, то ли здесь. Один из этих участков. Снимок архивный Нины Григорьевны Фищевой 1861 года. Год отмены крепостного права в России. За этой крепостной стеной, в нескольких метрах, в 1861 году уже началось море. Уже было море, это 1861 год. А 30 годами позже, вот будет совершенно другая картина. 30 годами позже здесь уже будет солидная Александровская набережная. И вот тогда появятся вот все эти дома. На месте этого дома находилась таможня. Вот можно ее здесь даже увидеть. Такое вот одноэтажное строение. Вот мы сейчас отсюда вышли. Вот бульвар начинался у Азнефти, заканчивался у Театра кукол. А от пристани Кавказа Меркурий начиналась Петровская набережная. Здесь были купальни рядом с Бакинской офицерской школой морской авиации, которые снесут только к приезду Хрущева в 60-м году. Хотя говорили, что их еще можно было сохранить. Вот. Так что это была такая небольшая, но довольно хорошо освоенная часть Бакинской набережной. Но, что интересно, вот Тагиевский дом, обращенный к Александровской набережной, он как бы больше относился к европейской части города, потому что это была такая оживленная улица и так далее. А вот Рамазановский дом, обращенный к крепости, это была фавелла. Это была внутренняя часть города, куда особо не заходила русская полиция. Купальни нет. А? Фотографии купальни. Фотографии купальни есть вот такие вот сверху. И есть фотографии более близкие, но просто у меня их нет с собой. А. Были купальни. Купальни был, кстати, были очень солидные. Вы видели? Я их видел. Там был солярий, то есть было место для загара. Да. Там вообще концепция купальни была очень интересная. Вы ныряли в морскую воду, но вы могли встать на ноги, потому что был решетчатый пол. То есть там был деревянный решетчатый пол, который пропускал воду, и вы могли нырнуть. И, разумеется, как во всех приличных заведениях, вот Аксакал не даст соврать, я, правда, ее не застал, там было мужское отделение, там было женское отделение, на крыше был солярий, а еще было отдельное отделение для таких экстремалов, как сейчас говорят, там не было дощатого пола. И обозначения были «муж», «жен» и «без пола». Последнее очень современно. Сейчас же в Европе зарабатывается концепция бесполых туалетов. В Баку, пожалуйста, были бесполые купальни. Вот так. Но очень жаль, что... И у нее, она, видите, она в плане имела форму... Тетя мой хороший, какой умный, какой хороший, да он оживился. Вот. Она имела форму якоря. Профессор улыбнулся. Улыбка профессора дорогого стоит. Итак, смотрите, какой роскошный дом. С великолепным балконом, увенчанным куполом. Это дом очень состоятельного семейства Рамазановых. Причем строил дом представитель старшего поколения. А это поколение еще так, видите, не особенно затронуто влиянием нефтяного бума. Это еще такие, да, старые, так сказать, мусульманские аксакалы. Но... Вот вы посмотрите, у такого вот бенладеновского дедушки совершенно европеизированный сын. А то уже следующее поколение. Поколение, которое... Не, ханун это совсем другое. Вы знаете, процесс европеизации в Баку во времена Российской империи имел с одной стороны возрастную, а с другой стороны ярко выраженную гендерную окраску. Вот отец и сын, это одно. А посмотрите на мужа и на жену. Муж очень так по-европейски одетый. Почему? А у него была целая сеть лавок скобяных товаров. Что это такое? Это хозтовары. А откуда шел товар? Тамбов, Тверь, Казань, Тула, Харьков, Лодзь. То есть он выезжал в различные места. Да, и у него был соответствующий выгляд. Но жена была такая очень традиционная. Знаете, это неправда, что мусульманская женщина была забита. Закрыто. В доме это был босс. Вы посмотрите, какая она такая, центровая, стволовая. Все вокруг нее. Причем это было не только, когда они были богаты.
То же самое будет, когда придет советская власть. Их экспроприируют, уплотнят в две комнаты их же собственного дома. Там наверху сейчас живет наследники в пятом-шестом поколении. Все равно мама в центре. На маме все держится. Мама – ствол. Так оно и должно быть. То есть, понимаете, в доме она была очень почитаема. Вот так. И видно, что женщина такая, с характером, с харизмой. Понимаете, вот Рамазановы были владельцами всего этого дома. На бывшей Минаревской улице. И вот сама семья занимала верхний этаж. Вот их резиденция – это был верхний этаж. Почему? А он же обдуваемый. И вот там же на верхнем этаже – это огромный балкон с куполом, где Гаджи Мамед Керим Рамазанов, хозяин дома, как рассказывал его внук, имел обыкновение приглашать музыкантов из крепости, исполнителей Мугама, и устраивать меджлисы, музыкальные вечера. И вот такая вот музыка, такая трансовая, мугамная, она собирала толпы народа под домом. Это был бесплатный концерт. Понимаете, два нижних этажа, это были очень неплохие апартаменты, которые, учитывая близость Александровской набережной, хорошо сдавались. На первом этаже находился один из его магазинов, одна из лавок с кабинных товаров, которая обслуживала крепость. А под ним, там, где сейчас ресторанчик Old City, там, как рассказывал внук владельца, у дедушки был небольшой корпоративный кинотеатр. Эрмис, вы представляете? Концепция домашнего кинотеатра в Баку в начале 20 века. Так, для своих. Эрмис. Вот так. Вот представьте себе, в одном доме у вас и резиденция, и мюзик-холл, и имущество для сдачи в аренду, и бизнес, и еще такие развлечения. Вот что еще нужно, чтобы человек был счастлив? А не хватало одного. У супруга 8 лет не было детей. И тогда отец в пятничной мечети, куда мы сейчас пойдем после этого места, а это была такая центральная соборная мечеть крепости, куда приходили на пятничный намаз, на пятничный молебен, вот он при всем приходе, положив руку на Святое Писание, дал обет, что в тот день, когда Аллах пошлет мне первого ребенка, неважно, мальчика, девочку, первенца, я отправлю столько золота в священный город Мешхед, это шиитские святыни в Иране, сколько будет весить мой первый ребенок. Вот так. Причем неважно, мальчик или девочка, первый ребенок. И Аллах откликнулся. И у него рождается девочка, но у мамы таких габаритов ребенок был за 3,5 кг. Такой массивный, хороший, здоровый ребенок. И что делает отец? Он приносит из лавки весы, укладывает новорожденную девочку на одну чашу, а в другую начинают сыпать николаевские червонцы. Золотая наличность. И у него не оказалось под рукой 3,5 килограммов золотой наличности. Ну, с кем не бывает. А купеческое слово надо сдержать. И вот тогда, как очень состоятельный купец, Хаджи Мамед Керим Рамазанов снимает свой золотой пояс. А это были патронтажного плана пояса, которые, кстати, были и у российских купцов тоже. Но вместо пуль там были слитки золота. И вот когда увидели, иногда ими так расплачивались, как наличностью. Вот. И вот увидев такой пояс на человеке, вы уже понимали, с кем вы имеете дело. И Хаджи Мамед Керим Рамазанов широким жестом снимает этот пояс и бросает его на весы. И вот так он равновесил свою дочь. А потом он собирает все это золото, не знаю какой головой, все это отправляется в Мешхед, иранским муллам. Муллы воспользовались этим по назначению. Но он свое обещание сдержал. И Аллах его отблагодарил. Девочка была очень недурна собой, не глупа. В советское время станет хорошим педиатром. Ее назовут Хючума, то есть царица. А вслед за ней 3 мальчика. Старшего назовут Абдул-Хамид, в честь турецкого султана. Далее Хаджи-Ага, Хасан-Ага. В семью приходит долгожданное счастье. Но счастье оказалось недолгим. Когда девочке исполняется то ли 14, то ли 15 лет, к ней сватаются. А посвататься тогда могли даже и раньше. 14-15 лет – это был нормальный возраст для замужества. Но проблема была не в возрасте. Проблема была в том, что к ней посватывались люди неуважаемого сословия. Гочи, мафиози, бандиты. То есть в то время мусульманские кварталы редко посещались русской полицией. Царская полиция в эти места не заходила. Здесь были свои квартальные мафиозные группировки, которые контролировали все по своим обычаям. И пока они это контролировали,
Полиции не нужно было, собственно, сюда подходить. И вот одна из таких группировок обращается к Гаджи Мамед Кериму Рамазанову с просьбой благословить брак одного из них с его дочерью. А он им неумеренно жестко ответил. Нет, можно было, конечно, отказать так, культурно, но это уже было небезопасно. А он не так. Он, знаете, с отмашкой, с кисточкой, с таким отребьем за один стол не сяду, не то что дочь отдам. Вот понимаете, когда с отребьем говоришь так, когда отребью в лицо говоришь, что оно отребье, вы их провоцируете на действие отребья. И реакция не заставила себя долго ждать. На следующий день у основной лавки Гаджи Мамед Керима Рамазанова, а у него были лавки на Зевина, там Михайловская улица, и место называлось Образцовые ряды. Вот его внук, которого я здесь встретил в 91 году, он, к сожалению, скончался пару лет назад от Альцгеймера, вот он мне показывал дедовскую визитку. Гаджи Мамед Керим с ятью, Рамазанов с ятью, Баку Образцовый ряд. Ни улица, ни номер, ничего. Имя человека, название места. И вот у этого Образцового ряда средь бела дня застреливают старшего сына Гаджи Мамед Керима Рамазанова. Прекрасно зная, что царская полиция останется в стороне. Разборки в мусульманской среде утрясут сами. А как утрясать? Вендеттой? А начнешь кровную месть, можно потерять других детей. Альтернатива – пойти в русский суд. Ага, попробуй. Завтра тебе никто руки не подаст. В Оленино есть очень интересный эпизод, когда герой идет из школы, а школа – это нархоз. Сейчас экономический университет прямо за крепостной стеной. Потом поднимается по ступенькам наверх в крепость, 55 ступенек, и вы уже в крепости. Кстати, именно по этим лесенкам в «Человеке-амфибии» Ихтиандр спускается в Буэнос-Айрес на поиски Гутьерре. А Али поднимается, и первое, что он видит – заброшенный, запущенный дворец Шерваншахов, ханский дворец. Он пишет: по дороге из школы домой я часто заходил в заброшенный ханский дворец. Старое ханское судилище с его мавританскими колоннами пусто и безлюдно, вот как на этом снимке. Потому что люди в поисках справедливости должны идти к русскому судье за стеной. Но вряд ли кто-либо пойдет в русский суд. А того, кто это сделает, ахсакалы будут презирать. А дети на улицах дразнить высунутыми языками, это не потому, что русские судьи несправедливы. Нет! Они справедливы, но мягкие. Вот в чем проблема. Они справедливы, но мягкие. Вора сажают в тюрьму, где он сидит в чистой комнате, вообще-то это камера. Где ему дают чай. Где ему дают чай, иногда даже с сахаром. И кто от этого что выигрывает? Никто ничего. Меньше всего обобраны им люди. Жалобщики пожимают плечами и идут в мечеть. А тут сидящие по кругу муллы и мудрецы выносят свой вердикт. По закону Аллаха, закону шариата, око за око, зуб за зуб. Иногда по старым крепостным улочкам снуют укутанные в плащ фигуры, как молния вонзается кинжал, легкий скрик, и справедливость восстановлена. Кровная месть переходит из дома в дом. Конец цитаты, вторая глава о Ленину. И вот в этой среде, обратись к Гаджи Мамед Керим Рамазанов в русский суд, он потерял бы лицо. А это еще хуже, чем потерять детей. Теперь начнешь вендетту, потеряешь детей. Пойдешь в русский суд, потеряешь лицо. Что делать? Варианты не очень-то привлекательные. И он принимает очень оригинальное решение. Он говорит: я ничего не буду делать. Я не пойду в суд, но я и не стану им мстить. Аллах их покарает. Ман буиша Аллаха табширрам. Я поручаю это дело Аллаху. Вот он отстраняется от этого, но гибель его старшего любимого сына его надламывает. А в 20-м году приходит советская власть. И дом, как крупное владение, экспроприируется сразу. Причем, как рассказывал внук, когда нас уплотняли в две комнаты, где он жил, количество кроватей, матрасов, одеял, подушек, чашек, ложек и вилок соответствовало количеству квартиросъемщиков. А так. То есть всю семью уплотняют. Дедушка скончался в 21-м году. Внук его не видел. Внук даже отца толком не видел. Оставшиеся трое детей, все получили образование. И средний сын, с сыном которого я встретился, он был вообще очень интересный такой мужчина. Аджага Рамазанов. Он окончил мединститут. Он прошел всю Отечественную войну до Берлина. Военврачом. Вернулся такой, опаленный войной, фронтовик, с орденами. Женился. В 47-м родился сын. В 48-м он умер. Он подхватил грибок. Грибковое заболевание легочное, актиномикоз, которое тогда не лечилось.
Вот он умирает, когда сыну был год, сын его почти не помнит. Деда не видел. Но, говорит, бабушку помню хорошо. На ней держалась вся семья. И мне было 8 лет, когда бабушка умерла, рассказывал внук. Говорит, когда она уже умирала, вдруг к умирающей женщине приходят два человека и, упав перед ней на колени, со слезами начинают ее молиться. Без халала ля умбильба. У нее имя такое. Умбильбану хану. Вот два человека падают перед ней на колени, начинают умолять о прощении. Говорит, мне это было дико. Они были не старые, они были чуть старше тети, но по виду было видно, что они прожили скотскую жизнь. И он говорит, я побежал к тете и говорю, бибишка, кто эти люди? Кто эти люди, тетя? А она говорит, это убийцы моего брата и ее сына. И вся их, и твоего дяди. И вся последующая жизнь их за это наказала. И они пришли к матери убиенного ими ребенка, чтобы на смертном одре выпросить у нее прощения. А она им отрезала. Меним сиза халалым йохтур. Вам прощения нет. И вот так вот умерла. Но самое печальное во всей этой истории состояло в том, что тетка, чувствуя себя косвенно причастной к гибели брата, поскольку это было связано с ее замужеством, она дала обет безбрачия. Она не вышла замуж, она не создала семьи. Да, она стала хорошим педиатром. Да, она практически заменила всю свою нерастраченную материнскую ласку, она отдала своему племяннику. У него умер отец. Она его вырастила, но своих детей у нее не было. И вот ее племянник мне говорил, знаете, все, что я вам рассказываю, это с ее слов. Это, говорит, даже не 10% того, что могла бы вам рассказать она, потому что она меня ребенком важивала по этим улицам. А как мы слушаем наших старших? А так вот, все мимо ушей. Но она, говорит, мне каждый дом называла по имени владельца. А иногда нам глаз, знаете, говорит, вот этот дом, видишь, Керимчик? Вот в этом доме все замки и дверные ручки были из магазина твоего дедушки. Вот так! Объем информации был колоссальный, но ее не стало в 76-м году, и вместе с ней ушел этот пласт. То есть я уже использовал информацию из старых рук. Но посмотрите, как в этой неполной мозаике семейной истории, в судьбе одной семьи, в истории одного дома, как море в капле воды вырисовывается история целого города. Поэтому вот один дом типа Рамазанского, если его хорошо раскопать, расскажет вам больше об этом городе, чем Девичья башня, со всеми ее, так сказать, мыслимыми и немыслимыми легендами. Так что за каждым камушком в Баку вас встретит караван историй, но лишь печальный их финал им реквиемом грустным вторит. Хэппи-эндов нет, поэтому о нас не снимают голливудских фильмов, у нас нет этой глупой, мыльной голливудской хэппи-эндовости, и о Ленино это далеко не хэппи-эндовая история тоже, но во всех этих историях домов есть красивая человеческая драма, есть очень хороший исторический фон. А сейчас мы с вами подойдем к той самой пятничной мечети, где, как рассказывал внук Гаджи Мамед Керима Рамазанова, дедушка поклялся отправить столько золота в Мешхед, сколько будет весить его первый ребенок. И, кстати, именно у этой мечети снимался один из очень интересных эпизодов фильма «Бриллиантовая рука», который в этом году отметил свое 50-летие. Так что давайте сейчас подойдем к пятничной мечети. Помимо всего, это еще очень интересное такое в архитектурном плане сооружение.